Так, вот мы еще находимся в одном помещении. Туда дальше чуть пройдем. Вот. Тут в полу вот какие-то дырочки. Тут вот бак Ariston. Это не реклама. Воду здесь грели. Так? И вот здесь вот раздевалка, походу. Вот. Не знаю, мужская, не мужская была. Смотришь, сколько здесь алюминия. Просто жесть сколько. Представляешь, сколько здесь народу переодевалось. Вот здесь у них умывальник был. Во. Здесь они мылись. Вот тут проходили, у них была душевая. Смотри, какая душевая была. Ты вставал и стоял не на воде, а вода стекала по краям. Видишь? Очень было удобно. И вот была горячая, холодная вода и вот такой смеситель. И он все смешивал, и шла вода, короче, и текла. Круто? Да, солидненько. Во, ключ еще один. А, вот тут, походу, они нас опугали, да, пацаны-то? А, нет, чуть подальше. Ключ. Чуть подальше. Здесь. Вот те вот. Так, ага. И вот, видите, сколько здесь шкафчиков. Здесь народ переодевался. А в один прекрасный день им сказали: а вы больше здесь не работаете. До свидания. А там что, еще одна, что ли, ну, дверь? Да, вот. Куда? Сюда. Угу. Хорошо, не туда дверь. Ты вот туда пройти. Че, бак до самого верха, что ли, был? Вентиляционная. Слушай, а там еще движки стоят. Серьезно? Да. Да, слушай, на месте все. Вентиляция. Сейчас проверим вот это вот. Опа. И тут все на месте. Офигеть. Ну, тут почти. Я уж тебя потерял. Смотри, какое помещение. Я не знаю, что здесь стояло, но обрати внимание, что здесь... Просто... Я знаешь, над чем смеюсь? Что я вот смотрю на это и даже не понимаю, что здесь было? Для чего это? Что это здесь было? Просто жесть. Там он выход на чердак, походу. На крышу, то есть. Ой, обвалилась подо мной. Ну лучше не вставай вот на эти железки, ты посмотри. Вон там, видишь, она вон провалилась. Так что ходишь вот по этому ребру и ходи. О, слушай, а здесь они какие-то глубокие. Я думаю, это какие-то ванные были. Может так кажется. Химпрома. Не исключено. Видишь, туда он какой-то пучок труб пошел. А вот, слушай, я тут даже нашел, смотри. Карта способа страповки груза. Химцех. 1 тонна. То есть, что, получается, здесь кранбалка, что ли, была? Да нет, здесь не было кранбалки. Может, была? Не знаю. Может, смотри, больше следует. Она потолоке же стоит у нас. Не могу сказать ничего по этому поводу. Слушай, ну точно здесь какие-то жидкости были. Вон там внутри трубы какие-то. Может, что-то остывало или подогревалось наоборот. Возможно. Во, видишь, а это закрытое.
Слушай, они, наверное, все вот такой вот глубины, как это. Просто закрытые. Просто закрытые. Не понял одно. О, настольный хоккей. И я смотрю, короче, везде. Эти очки, да? Да, то есть это вредное производство. И, ну, видишь, очки кругом одеты. Вот так вот цех, вот так вот выглядит цех. В который мы зашли. План эвакуации при пожаре. 2017 год. Главный инженер ТЭЦ ЗИЛ. Ларионов. О как. Фильтр зал 2. Русн 0,4 киловатта. Производственное помещение. Раздевалка. Подогреватели. Вентиляционная. Санузел. О. Вот еще одни защитные очки. Ключи от чердака у начальника смены. Кто у нас начальник смены сегодня? Игорек, ты начальник смены? Нет. Нет? Здесь еще одна раздевалка. Фу-ху-ху. Еще одна раздевалка. Мощная какая-то. Угу. Плита тут даже стояла. Посетитель. Тузлуков Владимир Анатольевич, зовут ЗИЛ. О, ничего себе. 2002 год. Да. Фотографии есть? Нету. А что они здесь загородили-то? Вон еще ключи гаечные. Вон валяются. Кондиционер разобрали, да, я так понял? О! О! Ничего себе! Прикинь, тут какой киллер. Сел и погнал, короче. Выжил. Да, только очком не напарись. Ну, таким особо не покачаешься. Понятно. Мыло тут лежит. Это просто чистую от грязной одежды отсоединять. Соль. А ты уверен, что соль, а не бор? Не борная кислота? Мы почувствовали. Мы прям сильно почувствовали. Ничего себе. Это ж какой старый телевизор должен быть? Везде тут мыло. Нравится? Да, забирай. Забирай. Ох, нифига себе, здесь что-то взорвалось. Вот прямо на стенах надо. Вот видишь, что-то сюда здесь доливалось и перемешивалось и дальше сыпалось. Даже не знаю, что это такое. Полный вперед! Понял, что это? Да, что там было слышно снизу, да? Да. Прикинь. Твою же мать. Что? Жесть. В очередной раз жесть.
Тут все обосрано. Тут непонятно что. А, чтобы бал какой-то сейчас стоит. Снова не вылетел. А то у тебя мания на голове. Да. Не, здесь нет ничего. Просто голимый чердак. Ну все. Не упадешь? Ну. Точно? Да. Так вот, разворачиваемся, бьемся. Так, тут картошка была. Так, идем к Игорьку. Игорек что-то позвал там. Говорит, папа, короче, там какой-то вообще супер трэш. О. Что тут? Ёк-макарёк. Ты что, наркоманы, что ли, здесь жили? Ты смотри, сколько тут документации вообще. Какие-то пробирки, что-то еще тут. Вот, пожалуйста, материнская плата. О, вот сердечко тут какое-то, видишь? Угу. Asus. Нифига. Трилор B01. Алюминий щелочной. Магнезиальное что-то. Короче, тут походу... Фу, да тут пахнет, кстати, так не тухло. Вообще оттас полный. О, слушай, а смотри, тут кому-то прилетело в башку, так нормально помяло. Вообще, блин. А это что такое? Да маска. О, маска. Вот, кстати, телефон он тоже с определителем. О, здесь еще, короче. Во сколько здесь вообще. Все банки. О, вот этот упал, тут видишь, Трилор Б, вот здесь он был, походу, упал. Да. HSO-401. H2SO-4. Не знаю, что это такое. Это, блин, мы постоянно химию-то разбирали, но последний было 3. А, вот это для чего, это чтобы зажимать и не текло, видишь? Угу. Штучки такие. А я еще такой говорю, это что такое? Это сердечко, что ли? Во. А, это зажим такой специальный. Ёк-макарёк. А это что такое? Тут лампа какая-то была. Угу. Здесь что? Объем анализов для сменного персонала. ХВО-1, 18-й год. Генеральный инженер ТЭЦ. Ларионов. Ну это опять ЗИЛ. Угу. Это опять ЗИЛ. Ага, тут у них что тут нарисовано? Тут ничего не нарисовано. А тут что? Химлаборатория. О, ничего себе. Да. А, начальник химического цеха. О. Короче, ты сейчас начальник химического цеха. Хорошо. Вот, это. Вот, кстати, в раздевалке первый раз такое видел, чтобы, ну, грязная одежда от чистой, ну, отделялась. У нас таких не было, просто перегородка была. О, а это одно ухо, чтобы не оглохнуть на производстве. Понятно. Тут, значит, был начальник цеха, да? Да. Ага. А, ну вот у него кровать тут стоит, он походу сюда таскал кого-то. Оп, ничего себе, прикинь, он открылся. О, он еще и закрылся. Вообще атас. Короче, кому нужен женский зонтик там подарить нам подруге, вот в принципе это, тут есть. Вот так вот. А это что, тоже зонтик? Слушай, а ты что, это, производство зонтов что ли? Да. А как бы нам туда вот попасть-то? Что там есть-то? Сейчас, секунду, надо. Может там что есть? Да. Это соус, да? Да. Ага. Хоп. А тут нет ни хрена. Кстати, на окошечке может что-то быть. Тоже, блин, нету. Ты посмотри, здесь какие огромные шторы. Если бы у нас дома были такие, и тебе мама
Надо шторы, короче, постирать. Это такой, как их снимать? Вообще. А, вот, кстати, еще раз подтверждение того, что это ЗИЛ. Да. Да. Угу. Че это аккумулятор? Угу. А тут что такое? О, туалет. Видал? Круто. Это открывать вентиль. Это пломба. Новенькая. А это что такое? Это замок. Чего? Без дужки. Дужки нет. Ага. Дужка тоже не заряжается. Понятно, понятно. Слушай, ну нормально тут. Начальник-то жил. Неплохо. Там мышь покажет. Не исключено. Во как. Тут еще один шкафчик. Какими... Слушай, а здесь еще одна какая-то химическая лаборатория. Только здесь уже откуда-то, видишь, приходило по чуть-чуть. Угу. И они здесь делали пробы. Нет, это вода по чуть-чуть приходила. А, да? Да. Но видишь, они с разных этих и, видимо, с разных участков. С разных участков. Или может там соли, вот это вот, то, что вот. И они проверяли, насколько что тут к чему. Да. В общем, обратите внимание. О, и вот здесь вот тоже. Ёк-макарёк. Чё тут только нету. Смотри. У-у-у. Вот это поворачивается. Должна поворачиваться. Нет. Да. Закисло, значит. Мне кажется, мы не сломали сейчас. Запросто. Вот, как кровь из пальца берут. Ага. Точно так же, но только... Ну, это... Чуть большая слишком. Не только, и, ну, из другого всего мы могли брать. Вот видишь, еще одна колба стоит. Че тут? Градусник. Градусник, да. Ну, не ртутный, а это... Химический. Он открытый. Угу, бывает. Я думаю, что у меня... Башка болит? Нет. О! Что такое? Это тоже такие градусники, которые погружались и проверяли, насколько концентрация. А. Представляешь? Вон их сколько здесь валяется. О! Их тут раскидано. Видишь, тут отчетность какая-то велась. Чернила для ручек. Схема тут. Вот еще эти трубки. Блин, после этого точно надо руки мыть. Да. Инструкция. Понятненько. Здесь уже... И нечего делать-то. Вот это я хотел потрогать. Это вообще что это такое? А, ну она сыпется. То есть, если по ней долбить, она рухнет. Да? Рухнет. Она, кстати, если рухнет, и на тебя будет больно. Да, вон, слышите, как остальное все рушат. Тут вот тоже все разбомбили. Да. Мощно выглядит. Слушай, это как фильтр, короче. Видишь, известь, камни, щебенка, что-то. И сквозь него все, походу, просто проходило. Запросто. Опять же, подвал. А, нет. Просто...
Наверное, через те уйдем, да? Сейчас я вот здесь вот гляну.